Всем привет. Пошла козочек. Отпущу погулять. Сегодня у нас очень тепло. Все тает. Плюс 2 градуса. На днях обещают опять морозы. Такие резкие перепады. Вон что, на деревьях дождь. Водички, капельки. Все потом замерзнет, наверное. Пошла чистить у животных и отпущу козочек погулять. Так. Ну что, гулять хотите, да? Гулять хотите. Давайте, идите. Выпрыгивайте. Ну, пойдемте. Ну? Не идут без меня. Пойдем. Меля, Меля, иди сюда. Ну? Дуся, иди побегай. Дождь пошел. Мелкий такой. Но капает. Сразу как весна чувствуется такая погода. Весеннее. Дуся. Пойдем сюда. Дуся. Дуся, 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 Дуся. Ну, конечно, к сену пойдет. Пойдет она ко мне. Дуся. Ну ладненько, пойду я чистить пока. Козы заходить домой не хотят. И гулять идти не гуляют. Вот стоят, свежим воздухом дышат. Довольны. Да? Дуся, а Дуся, карамеля, карамеля, такая это коричневая становится, не знаю, видно, нет, но на белом снеге, снегу видно, что она не это, не чисто белая. Травки нету, карамелька. Дуся, нету травки. А, вам витамины купить хоть какие-то. Все, пошли гулять. Только стоит мне выйти, и они идут. Сейчас я зайду, и они сюда же. Ладно, надо эту кучу убрать. Эту кучу убрать. Вон, сразу сюда побежали. Чего как эти-то? Прибрать. Ладненько. Жуются. Довольные. Погуляли. Проголодались. Аппетитно гуляли, скажу. Дуся. Пожеваться охота. Да это невкусно. Кормит. Пойдем посмотрим. Поросят. Пока их сюда посадила. Уже все изрыло. Сени. Да сидите спокойно, сидите, не трогаю я вас. Все, я ушла. Никак. Боятся поросята. Ладно, оставим их пока в покое. Так, а чё я лопату-то не взяла ведь? Надо у куриц еще почистить ведь. Лопату здесь оставила.
пойдем. Сейчас еще курочек почистим. Козы тут следы оставили свои. Скоро снег растает, грязюка будет весенняя. Конечно, тебе дай и камеру съешь. А? Поиграть хочешь? Бегай давай, бегай. Я пойду чистить. О-о-о, темновато. С улицы зайдешь, темновато кажется. Вот еще два яичка лежат. У нас за два дня яички. Так, наверное, я их выпущу на улицу. А, у них почищу. Что там, кто-то сидит, нет? О, сидят. Или чуть попозже подойти, когда они уже сидеть не будут, не тревожить их. Что с вами делать-то, а? Выпустить вас погулять? Посмотрим, пойдут ли. Так, вижу. Не, идут. Такие все в очередь выстроились. Ждут. Выходят. Пусть погуляют пока. Вон они, курочки. Гуляют, что-то клюют там. Все чумазые. А вечерком уже дома что-нибудь поделаем. Ну что, пока ходили, еще яичко снесли. Еще одна курица у нас сидит, непонятно. О, скатилась. В другом месте еще сели. Ладненько. Что еще плотину все это? Маленько смахнуть, веником тут. Снежки. А, это маленько я уберу туда. Здесь побольше, да? Не буду трогать. Время курицы машут, столько этой курицы.
Ринка там снег чистить начала с крыши. Сейчас я закончу у курочек, да прибираю и пойду ей помогать. Капельки какие. Растаял, растаял. А убрать здесь, почистить. Сейчас даже немножко калитка прикрыть можно, калитку. И это лопатой такое не уберешь здесь, потому что лед еще местами, лопата быстро сломается, приходится штыковой обычной лопатой. По ней скользит снег, падает. Вот, пойду сейчас на крышу к Иринке. Скоро в теплице надо будет что-то делать, пленку покупать. Пленку покупать, закрывать. Где-то мешок с землей оставляла для рассады на весной. Куда-то Андрей у меня дел. Не знаю куда. Не могу найти. Надо уже, хотела лук посеять. Ну, севок такой, это семенной. На с семенами посеять. Думала, да, там цветочки еще какие-нибудь, которые рано надо садить. Вот. Но пока не могу найти землю. Надо Андрей, чтобы пришел, спросить у него, может, он знает, куда он дел. Поди выбросил. Я убрала, когда ему не сказала. Просто положила и все. Вот. Ничего. Что сейчас месяц пройдет, полтора-два, и все, и уже весна. В смысле, весна, она раньше, конечно, через месяц уже весна будет, но. Через 2 месяца уже огорода начнутся, рассада и все такое. И будет хорошо, лето настанет. Но сегодня погода такая вот, ну, весенняя прямо. Теплый на улице. Ладно, пойдем Иринке помогать. То что-то мы застоялись, заболтались. Пойдем на крышу работать. А куда деваться? Сена у нас еще больше половины сеновала вот этого. Я думаю, хватит. Даже, наверное, здесь-то останется. У нас еще там наверху сено. Вот такие вот дела. Наверное, не буду снимать, как мы убираем снег с крыши. Во-первых, уже снимали как-то, ролик был. И еще 10 раз снимать одно и то же. Уберем ведь все равно. Тем более Иринка половину убрала уже. Вот. А потом пойдем домой. Что-нибудь дома поделаем. Вот я чистила
Я уже говорила, я чистила, почему сегодня у животных. Потому что плюсовая температура, у них там тепло, все подтаявшее и легко убирается. А завтра будет минус. То есть, если Андрея ждать, он сегодня на работе, если Андрея ждать, то оно уже подстынет и уже сложнее будет отковыривать там все это подзамерзшее. Оно все равно подстывает, хоть мы там и тепло у куриц, все равно немножко подстывает. Ну, у куриц-то ладно, а вот у свиней-то сложнее. А сегодня там все подтаяло и легко убирать. Ну, вот. Поэтому, Андрей, это не ругайте, что он там что-то не делает. Если я дрова колю, то я просто колю. Потому что я хочу колоть. Там уже с апидомика упал снег. Съехал только что, пока мы чистили крышу. Там свалился снег. Верхушка только осталась. Вот. Хорошо на улице. Вообще замечательно.